Сегодня буду делать фарш. Здесь у меня свинина, я покупаю большой такой кусочек, и куриная грудка. И иногда бывает сало. Сегодня сала нет, поэтому я купила вот такой фарш. Он очень жирный, там практически одно сало. Буду смешивать со своим фаршем. Общий вес мяса у меня получается 2,5 килограмма. Сейчас здесь у меня только мясо, ничего я не добавляла. Я добавлю только соль сейчас и сделаю фрикадельки для супа. Фрикадельки я люблю без ничего, без лука, без риса, поэтому сначала сделаю фрикадельки, а из остального буду делать котлеты. Вот фрикадельки готовы мои, сейчас уберу их в морозилку, и осталось у меня 2 килограмма фарша. Сейчас буду добавлять овощи. 1/3 беру от общего объема, это лук, и 1/3 от общего объема, ну, что-то, либо капуста, либо морковка. Сегодня у меня свекольные листья заморожены. И чеснока беру на глазок, ну так, 50 грамм. Все это тоже измельчу в комбайне. Вот фарш вымешала, здесь у меня овощи и мясо. Также соль, перец по вкусу. И вот на это количество фарша я добавляю 2 столовые ложки крахмала. Можно кукурузный, можно картофельный, какой есть. Здесь у меня примерно 3 килограмма готового фарша. Котлетки налепила, уложила на бумагу, на пекарскую. Бумагу ничем не смазываю и сверху котлеты ничем не поливаю. Ставим котлеты в разогретую до 180 градусов духовку. Примерно на 50 минут. Прошло 50 минут. Вот так котлетки выглядят. Включаем на гриль и держим еще 10 минут. Котлетки немножко подрумянились сверху. Можно еще, конечно, было подрумянить, но нам и этого достаточно. Приятного всем аппетита!